Между тем, в ряды наблюдателей за предстоящими выборами депутатов в парламент активно вступают молодые казахстанцы. Но перед этим их учат обеспечивать контроль за электоральным процессом, включая подведение итогов голосования. Для этого на базе общественного фонда «Дорогу молодым» создан штаб независимых общественных наблюдателей. На сегодня подготовлено порядка 700 человек. В планах организаторов делегировать наблюдателей на каждый избирательный участок в Алматы. Мы проводим обучение, да, семинары, тренинги, да, постоянно разъясняем нашим наблюдателям, которые от нашей организации, их права и обязанности на наблюдение. Делаем пакет наблюдателя, то есть блокноты, там ручки. В блокноте отображено все. Законы, права их, там, да, акты, которые они будут фиксировать, если будут нарушения на избирательном участке.